всем привет! Я Жанна Платонова, я вас приветствую из Праги, с Пражского Лида 2019. Именно сейчас, в эти дни, в Праге проходят лидерские тренинги для партнеров компании Janess Global. Я не первый раз на таких событиях, я езжу каждые полгода на обучение компании Janess Global, притом по всему миру. Обожаю международное обучение. Но вы знаете, каждое обучение, оно вносит свою точечку, вносит свой штрих и завершает твой цикл развития на данном периоде. Я, конечно, уже с нетерпением жду обучения в Милане, хотя только наш третий день подходит к концу. Но я уже знаю, что еще этих полгода до Милана это будет очередной цикл моего бизнеса, и точка будет поставлена там, или перед Миланом, или после Милана. Но сейчас мы находимся в Праге, это обалденные дни, это красивое путешествие командное, мы, как всегда, едем туром, нам очень нравится, мы сдруживаемся, и, естественно, мы погружаемся в эту кипучую, горячую атмосферу тренингов. Третий день накала подходит к концу, и сейчас я по традиции беру интервью у наших партнеров, у участников нашей команды. Они поделятся своими впечатлениями, кто-то первый раз на обучении, кто-то не первый раз, но у каждого эмоции зашкаливают. Итак, поехали! Привет всем! Ну что, ну конечно, очень приятно находиться с друзьями, путешествовать, в принципе, по миру, по Европе. Ну что может быть интересней, чем общение с единомышленниками? Это, наверное, самое главное в жизни. Дает новые эмоции, новые ощущения. Особенно, когда находишь общий интерес, приезжаешь на то мероприятие, которое тебе интересно. Это развитие новых горизонтов, раскрытие новых границ, так сказать. Само обучение, Обучение, если видишь людей, которые добились больших успехов, о которых многие мечтают, это, скорее всего, показывает тебе, что обычные люди с двумя руками, двумя ногами, такие же, как ты. Гарантированные возможности никто не дает, но то, что люди добиваются успехов, значит, что и ты можешь достичь больших границ, больших горизонтов. Многое дает. В первую очередь, это познание, большее познание. Я больше узнаю, больше получаю информации вообще об системе, о продуктах, о самой компании Janess, то есть как она развивается, как она работает, какая у нее продукция. Дает многое. Всем ребята, всем советую, если есть возможность посещать подобные мероприятия, обязательно их нужно посещать. Оно развивает и помогает вам дальше развиваться самим. Мне очень понравилось это путешествие, мне очень понравились спикеры, которые выступали. Я вообще, мои чувства, эмоции просто зашкаливают. Я буду теперь постоянно ездить на все мероприятия, постараюсь не пропускать их. Ну, в MLM бизнесе я уже 10 лет. И на самом деле то количество обучений, которое я прошла, оно уже действительно вот такой подходит к тому, что вот 1000 часов я уже проработала в этом бизнесе и могу считать себя специалистом, вот как бы так вот можно сказать. Но каждый раз, когда я хочу запустить бизнес с новой скоростью, я четко не выпадаю никогда из режима событий. Я всегда вот нахожусь вот в этой обойме, вот события за событиями. Я только что приехала из Москвы, теперь я в Праге. Потом это будет киевское событие в апреле месяце. И каждый раз я для себя открываю что-то новое. Вы знаете, вот здесь вот как все пазлы докладываются в эту реальную картину мира для того, чтобы твои действия стали кратчайшим путем к результату. И вот на этом событии я для себя вот окончательно добавились пазлы к тому осознанию, что предпринимателей на самом деле, как таковых в этот бизнес, приходит очень небольшое количество. Что люди, которые приходят базироваться в сеть, больше 70% это люди, которые в принципе никогда не начнут строить свою команду. И это клиентский рынок. И очень важно правильно подать тему, с которой ты работаешь. Второе, то есть люди приходят на продукт, и очень важно заинтересовать их, чтобы они получали результаты, и как можно быстрее должны быть получены результаты по этому продукту, потому что мы продуктовая компания. Второе, люди приходят действительно не ради денег. Они могут говорить, что они ради денег приходят, но сама суть человеческая, она стремится к личностному росту. И как это бы, может быть, не громко звучало, кому-то это не нравится, это банальная фраза,
люди приходят на развитие, потому что сам по себе застой – это, знаете, вот такое болотце, которое дальше в жизни не бывает просто остановки. В жизни бывает либо деградация, либо развитие. И людям очень важно, человек – существо социальное, и он приходит в группу, в команду, на личностный рост, на рост свой, на развитие. И вот это базовое понятие. И затем из этих вот понятий вырисовываются люди, которые готовы быть предпринимателями, которые готовы карьерную такую, ну, борьбу, может быть, это не хорошее слово, а вот стать на путь карьеры, достижения, добиваться, принять решение, нести самостоятельную ответственность за все то, что есть в этой жизни. И это, на это готовы вот меньшинство людей. Потому что зачастую, очень часто выглядит так бизнес, я до сих пор, у меня перед глазами фотография кого-то из лидеров, когда упавшего человека, который уже не хочет идти, он просто лежит, его за ноги тянут. А тянуть-то и не нужно. Вот когда построена правильная вот так работа, то и лидеры сами по себе у тебя появляются. Тебе не нужно никого там пинать, заставлять, мотивировать. Люди мотивированы уже сами. Вот это вот такое рациональное зерно, которое я вынесла на этом событии. Да, это точно. Я под огромным впечатлением от продуктов Жанес. Меня впечатляет масштабы разработок, сколько вложено усилий, ума, знаний в эти продукты, как движется индустрия по здоровому образу жизни. И продукты Жанес способствуют этому. Я поняла, что все мы очень любим себя и хотим себе самого наилучшего. Самое наилучшее – это когда человек сияет здоровьем, красотой, излучает счастье, и продукты этому, безусловно, помогают, потому что только человек здоровый изнутри, он может быть здоровый, красивый вовне, снаружи, и это… Нет, такой человек, во-первых, он думает как бы об успехе, он думает, как продвигаться дальше, какие это планы строить. Это супер, это взрыв эмоций, это такое непередаваемое чувство, когда тысячи человек встречаются в одном месте, и они хотят изменений в жизни позитивных, они думают позитивно, они смеются, они стремятся, и это прекрасно. И я знаю, вместе мы сможем все. Я полна решимости после Лида. Вот. Супер. Да, я за границу езжу частенько. Очень люблю путешествовать. Вот в Праге я первый раз. У нас сейчас здесь проходит очень крутой семинар. Я первый раз на таком крутом семинаре, где собрались все лидеры компании, которые делятся своими фишками, как правильно, как надо развивать бизнес. Друзья, у меня к вам такое маленькое послание. Если вы хотите развивать свой бизнес, посещайте такие мероприятия, потому что это очень помогает. Это действительно очень круто. У вас появляется второе дыхание. Вы начинаете по-другому думать, по-другому мыслить. Вы сможете своим людям, если у вас есть команда, вы можете своим людям дать то, что вы, допустим, ну, не всегда что-то можно иногда на месте дать что-то полезное. Но иногда вот такие мероприятия, они очень важны. Поэтому посещайте такие мероприятия. Да, даже если нет команды, это очень важно для вас. Это важно, как и личностный рост, это важно ваша мотивация. Вы будете больше хотеть ездить на такие мероприятия. Поэтому всегда будьте там, где успешные люди. Увидите, как заработает ваш бизнес. Пока! Так, я не перший раз на таких подіях. Ну, щоразу на них приїжджаючи, я розумію, що не хочу жоден з них пропускати. Щоразу я отримую таку інформацію, таку цінну для свого розвитку, для розуміння того, чим я займаюся. І для мене дуже важливі такі події. Я розумію, що я таку інформацію не отримаю ніде. Це такі спікери, яких ти не побачиш на Україні. Вони дають тобі знання, дають тобі розуміння, як ти повинна йти далі.
хочу ще разу бути на таких мероприємствах, хочу приїжджати сюди не одна, хочу приїжджати з командою, щоб ми разом розуміли це, підтримували один одного. Олимп 24. Вместе мы достигнем большего.